Всем добрый день, дорогие мои друзья. Снимаем сейчас вот этот катализатор. Говорят, что он вообще забитый полностью. Вот. Сейчас будем снимать его, пробивать. Пробивать, но замену делать мы не будем, потому что замены у нас нету. Вот из-за этого дымит, говорят, потому что газы через него не проходят, даже через глушитель вообще нету выхлопа. Тяжело мотор работает. Нету ни разгона, нету ничего. И потом надо будет вот эту вот проводку тоже надо будет в порядок немножко привести. А то вообще ужас, что творится. Ну, сейчас мы посмотрим. Конечно, саму съемку снять я снять не смогу. Потому что я и телефон держу, и откручивать это как-то тяжело будет, но сейчас нам надо будет вот здесь вот открутить. Так. Вот, вот эти вот болты нам надо будет открутить. Да, сколько у нас? Это у нас. Ага. На 14, да? На 14. Да уж. Затянуто. Капитально. Странно. На одну сторону катализатор я снял, отсоединил, вторую сторону еще отсоединить не могу, но болт порвался. И вот он, нет его, никакого катализатора здесь, пустота. И вот он, бачок катализатора, а внутри пустота. Сейчас тебе надо будет картер снять, слить масло, снять картер и посмотреть маслоприемник, куда у нас уходит масло, так сказать, называется, да? Неужели сальник гонит, а? Хотя, возможно, да, может быть, и сальник гонит. Ой, ё-моё, а. Арба, блядь. Арба. Вот такие вот дела. Не знаю, сейчас будем думать, гадать. Ой, бля. Так, надо будет нам картер снять. Смотреть маслоприемник. Маслоприемник посмотрю. Блин, ну дальше у меня уже вариантов нет. Только капиталку двигателя. Или замену. Все. Как говорится, третьего не дано. Только два варианта. Опять мы все разобрали. Опять мы разобрали головку. Уже поставили все как положено. Этот. Как у гидрики поставили, вытащили, чтобы потом не перепутать, где какой стоит. Надо вот посмотреть головку. Вроде бы когда были согнутые клапана, может быть, даже и у нас лопнуло направляющее. Вот из-за этого, скорее всего, может быть, даже и скрежет был. Тут вот прокладка металлическая от головки.
И вот у нас блок, да? Шаткости нету. Выработки. Я бы не сказал, что выработка. Нету выработки. Выработки нету. Ну, не знаю, будем ждать сейчас. Мастер? Сейчас позвоним мастеру. Сейчас позвоню мастеру. Попрошу, чтобы он пришел. И посмотрит как раз. В чем же дело? Все-таки, как говорится, его слово вернее будет. Точно скажет. Вот. Ну а мы... Нам что делать? Нам только ждать мастера. И все, пусть посмотрит, скажет, разбирать, не разбирать дальше. Картер снимать, не снимать. Что он скажет? Посмотрим. И результаты мастера ждем вас в следующем видео. В следующем видео уже буду расскажу, в чем же все-таки причина. Видео будет часть вторая по ремонту. Потому что мы до сих пор еще никак не соберем Deo Nex 2008 год 16-клапанным двигателем.